Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим рыбу под маринадом. Это у нас минтай, без костей уже я такую купила. Здесь морковочка потертая и лучок мелко порезанный. Лука почти 3, морковки 2 больших. Значит, я солю рыбку нашу, посыпаю перчиком. И обжарю ее на растительном масле. А потом будем готовить маринад. И я вам расскажу, что еще добавлять в маринад. На разогретую сковороду с маслом растительным мы укладываем обжаривать нашу рыбку минтай, панированную в муке. Крышкой мы не накрываем. Когда она обжарится на одной стороне, мы переворачиваем ее. Еще плохо обжарилась. Она очень тоненькая. Филе. Ничего страшного, мы ее перевернем. И обжаренную рыбку мы будем выкладывать на листик, подготовленный, потому что мы ее будем ставить еще в духовочку. Когда мы рыбу выбрали со сковороды, мы на этом же масле добавляем, сюда добавляем лук наш. Обжариваться и морковку можно вместе. Чтобы не было, что лук пережаренный, чтобы они равномерно доходили. Будем обжаривать. Сейчас мы нашу морковочку и лучок поперчим, подсолим обязательно. Еще, значит, сахарку немножечко добавим, где-то 2 ложечки чайных. Далее добавим еще ложку уксуса. И еще добавим ложку пасты томатной. Именно пасты. Если соуса, то больше. Добавим чуть-чуть воды. И пускай потушится. И сейчас мы маринад наш попробовали. Он должен там кисловато-сладкий вкус иметь. И на вкус очень вкусный должен быть. Выключаем его. И нашу рыбку достаем. И сейчас будем нашим маринадом покрывать нашу рыбу. И поставим в духовочку, нагретую на 200 градусов, ну где-то минут на 15, чтобы она потомилась. Рыбка получается очень вкусная. Ее можно как холодную кушать, так и горячую. Хорошая закусочка получается.
И вот мы достали нашу рыбку уже из духовочки, она немножко остыла. И мы будем выкладывать ее на красивую тарелку. Видите, чтобы маринад был прямо на рыбке, где и распадается, ничего страшного. Рыбка получается очень нежная. И вкус, конечно, необыкновенный. Я так всю сюда буду выкладывать рыбку. Так, ну и что еще один штрих? Я притрушу зеленью вот так. И вот такая красивая рыбка под маринадом, очень ароматная, вкусная, нежная, у нас получается. Посыпала ее зеленым луком. Приятного аппетита и удачи вам!